Министерства экономического развития России поступило обращение из Госдумы об освобождении от уплаты госпошлины индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые проходят регистрацию впервые. Данную инициативу выдвинул депутат Иван Сухарев. Он подчеркивает, что развитие малого и среднего бизнеса имеет большое значение для стабилизации экономической ситуации в стране. Подробнее о событии читайте на нашем сайте.